Чё? Яблоком не угостить? Ну, так не брал бы машину в кредит. Деньги на еду остались. Если тренер узнает о травме Тани, ее не выпустят на бой. Значит, вы хотите, чтобы я притворялась Таней? Да. Ничего. То, что у меня практика, вам наплевать, да? Девушки, мы вам не мешаем? Танька за тебя походит. Зуб даю. Да если от нее услышат выражение «зуб даю», я вообще никакую практику не получу. Она не будет говорить. Зуб даю. Вот. Как-то моя практика. Познер, если узнает, что у нас в стране есть такие журналисты, он же обратно в Америку свалит. Если ты еще раз будешь меня стебать, я тебя без потомства оставлю. Видел, как схватила? Хочет меня. Кстати, как вам дела в зале? Я ненавижу твой зал, твои тренировки, да! Твой бокс в целом. Но вот Вова класс. Ну как он тебе? Перед поцелуем лучше не есть бургер с луком. Вот это встреча! Сходи мороженого купи. Так холодно же. Тебе лучше к стилисту в таком виде, а не с парнем встречаться. Как я сразу не понял, что ты не спортсменка? Выпускаем? Выпускаем. Я же говорил, она нас вытащит. Потому что бабы ради меня еще не на такое шли. В основном мама, конечно, но... Но все же. Классный! Обычный, легендарный, гениальный боксер. Не более. Speak English? Yes. А я нет.